Привет! В этом видео вы увидите монету 1 гривна, которая была продана на аукционе Виолити за 18017 гривен. Еще мы подведем итоги конкурса на монету 1 гривна 2018 года в позолоте. Если интересно, продолжайте смотреть. Аукцион Виолити – это то место, где можно выбрать раритет для своей коллекции, как монету, так и любой антиквариат. Ссылочку на канал и на аукцион я оставлю в описании. Так вот, 12 января на Виолити продалась довольно редкая монета Украины 1 гривна 1995 года. Сама по себе гривна 1995 года считается довольно редкой, и цена ее доходила до 1000 гривен, тираж ее около 50 тысяч. Но перед вашими глазами брак. Гурт монеты 1996. Такие браки и перепутки случались. Вот, например, гривна 1996 года с гуртом 1995. Они встречаются крайне нечасто. У меня в коллекции есть как гривны 1996, так 1995 годов и другие. Но, к сожалению, перепуток пока не было, хотя я держал их в руках. В будущем к себе в коллекцию я бы хотел положить гривну 1992 года. Варианты гурта также бывают очень разные. Я еще не знаю, какую я конкретно хочу. Ну, буду смотреть предложение на Виолити. А если вы планируете такую продать, пишите мне в Telegram. С радостью возьму к себе в коллекцию, если она подойдет. Ну что, давайте переходить к конкурсу и узнаем, кто же получил монету 1 гривна в позолоте. У нас 1000 лайков есть под крайним видео. Спасибо всем за активность. Для того, чтобы разыграть, мы берем, копируем ссылочку на это видео и вставляем его в сервис Lisa On Air. И 1868 комментариев, 5307 просмотров. Нужно быть обязательно подписчиком двух каналов, это основное условие, и написать комментарий, любое количество комментариев. Кстати, друзья, те, кто смотрит в Instagram, комментарии одно слово, два слова, иногда YouTube просто-напросто банит, ваши слова не проходят фильтрацию, так что если хотите много комментариев, просто пишите что-то интересное, задавайте ваши вопросы, потому что YouTube просто может не пропустить. Ну что ж, давайте переходить к розыгрышу. Нажимаем кнопку «Мне повезет». Ссылочку мы вставили, собственно, с этого нужного ролика про гривну 2018 года. Брак. Я тут рассказывал, показывал, какие могут быть браки, какие браки есть у меня. У нас сейчас проходит... Давайте я чуть покажу. Проходит выбор случайного комментария. Вот это вот друг, у него уже имя «Штемпель». Вот такой замечательный снеговичок. И кто видел ролик, напишите, поставьте плюсики, откуда он появился. Вот такой вот штемпель с нами вместе на трансляции находится. Ну, видите, долго довольно проходит розыгрыш, потому что много комментариев. И, соответственно, проверяет на подписку на основной канал. А второй канал мы проверим. Главное, чтобы подписки были открыты, друзья. Давайте, навалите лайков. Важным условием является подписка на мой основной канал и на второй канал. Так. Список подписок скрыт. Извините, Анатолий, у вас подписки скрыты, не можем проверить, являетесь ли вы подписчиком моего канала. Делаем заново. Подписка есть. Анжелика. Давайте проверим, есть ли вы, подписаны ли вы на мой второй канал. Это основное условие. Если так, то я с радостью вам отправлю эту монетку бесплатно. Переходим на ваш канал. А, да, вот. Каналы. И мы теперь смотрим. Смотрят, я вижу, другие каналы. Это здорово, увлекается нумизматикой. И я вижу, вот он, мой канал. Второй. Ну что ж, первая девушка, которая победила в конкурсе, Анжелика. Я поздравляю. Вы получаете от меня монетку, у вас все условия выполнены верно, написали комментарий, подписаны на основной канал, подписаны на второй канал. Напишите, пожалуйста, ваши данные мне, я вам отправлю данный подарочек.